Республика Якутия удивительная и загадочная. Видео быстрого оленя представляет Дни культуры Республики Саха-Якутия в Торонто. Короткий видеосюжет 22 октября 2011 года Беспала Браун Галерея. Сама выставка началась из того, что мы просто познакомились с Мариной Десяткой. Она предложила нам показать якутские искусства. И эта выставка росла все больше и больше, включая до того момента, пока мы включили сюда и уже и канадское искусство. И показываем не только Михаила Старостина и Евгению Арбугаеву в этой выставке, но также Шувина Шуна и Путугук, Мэри Пудлайт, Нуна Парк Скульптур. Очень много разных видов искусства. Вот это скульптура инуитов. И у инуитов была очень развитая культура скульптур, потому что часто там, где они жили, было очень темно, и они не могли нарисовать ничего для своих детей, поэтому они делали скульптуры, чтобы дети вот все могли на ощупь понять, как выглядит какое животное. Тюлени, медведи, птицы, люди. Здесь можно видеть работы Михаила Старостина. Сегодня здесь у нас шеф Тарбахов, известнейший шеф, звезда, получивший награды и в Париже, и в Якутии, и в России, международные, за свои прекрасные блюда, которые здесь представляют. Шеф Тарбахов сейчас возьмет микрофон, и, оказывается, есть большая, интереснейшая традиция в Якутии – благословить еду перед тем, как она предложена гостям. Дорогие наши гости, Всевышний наш Создатель человечества, и то, что ближе нам сидящие, хозяева вот этого очага, по якутскому обычаю мы белой пищей маленько капнули и благословляем. Благословленные идут, кто кушает, будьте здоровы, будьте ко всему радостью идите. Пусть всегда везет, будьте счастливы. To introduce now Klavdiy and German Hatalaevs. Those are famous musicians who already managed to amaze Canadian audience several times here while they're here only 3 days. They were performing at the opening ceremony of Imaginative Film Festival and in front of Aboriginal people of Canada, and they were just so grateful to them for doing that. Наша миссия вот сегодня мы представляем якутскую музыкальную культуру. Самый популярный инструмент у нас вот фамос, по-русски варган. Сделано из железа. It's made of iron and steel. Дугообразная форма. You see the shape is in a little circle. И в середине язычок. And in the middle you can see the tongue of the instrument, how they call it. So this the tongue that makes the sounds come. Когда произносим саму музыку, да, мы дергаем под этот язычок и получается через дыхание человека получается музыка. Thank you.
На этом инструменте уже с малых лет играют наши дети. This instrument is very popular in Yakutia, and even little children can play this instrument. В этом году мы вошли в книгу Гиннеса, играли 3000 человек. So this is the most ancient musical instrument which shaman people used to play. У якутских шаманов бубен бывает такой овального вида. So there are several types of shaman bubin. It can be round and it can be a little bit in the shape of elves. Вокруг ободка идет рожки. So this is the leather. Ну, она обозначает категорию шамана, силу шамана. The material used means the type of the shaman, his status. Чем больше рожков, значит, сильный шаман считается. So you can see those things embodying this instrument. So their number means the power of shaman. So the more the better, the more powerful shaman is. Обтянута кожей быка или коровы. So this is leather of the cow or a bull. Слушаем звучание. Thank you.
столице города Якутска, где живут очень много национальностей. По нашим жилкам течет кровь. Трех якутов называют. Тут и монгольская кровь, тюркоязычных особенно. Поэтому вот такой костюм типа монгольского, прическа типа монгольского и якутские орнаменты. Augustina Filippova dedicates this costume to her home city, Yakutsk, where there are, well, Yakutsk is full of nationalities. There are different nationalities, and she wants to show in her costume that the Yakutsk is a diverse city, and, well, historically, Yakut people, they have the Turkish blood in them, Mongolian blood, and Yakut black as well, and there is why the head is in the style of Mongol people. Якут каждым днем хорошеет, и с разными цветами там горит. Век космический, поэтому этот костюм как бы молодежный. И тут я самой главной темой брала благословение Эйясет, который вот именно как ангел-хранитель и прародительница якутского народа от головного убора Джабака. Тут все национальные обереги находятся на месте. Вот от головного убора верхушка шапки. Если ее сделать разворот этой верхушки якутской традиционной шапки, то там наверху находится силуэт, женский силуэт. Если все это распороть, то выходит женский силуэт. Руки, а это вот грудь сзади. Национальный колорит, все обереги, орнаменты авторские, но все равно вот как бы чисто традиционном стиле.